Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы все снова в сети Кадрайнер, снова. Не знаю. Я видел, что вам зашло, поэтому, ребят. Поэтому давайте продолжать. Блять, мы уже на чем катались? На гелике катались, на солярке Kia Rio катались, да? Блять, катались на моей мечте. На двух моих мечтах катались. Это, блядь, гелик. И, блядь, супер вроде А90, да, мы катались. Я пытался красоту сделать. Сегодня мы, блядь, сделаем это красоту эту на Porsche 911 GT2S. Или GTS, там что-то такое, GT2S, что-то такое. Вот. Слышь, поудобнее, я вас чеку. Рядом все, кто кушает, прямо чипите, кофе пейте, пейте воды. Рядом вам просмотр, сделайте пледик, слышь, поудобнее. Рядом вам просмотр еще раз. Вроде все. Все, вроде ничего не забыл. Для серии будет красиво, интересно и смешно даже. Давайте. Че, давайте-то, блядь. Рядом просмотр еще раз. Еще раз приятного просмотра. А мы начинаем. О, привет! Блин, ну смотрите. В принципе, блядь, ну, моделька прикольная. Даже диски сюда прикольно идут. Моделька прям прикольная. Блядь, в салоне. Ну да, посмотрим от. Вот, ой, ебать, ну, о, нихуя каркас тут даже есть. Даже так. Каркасик есть у нас тут, ну, заднего, задних, блядь, для задних пассажиров хуй диван, потому что, блядь, двухместный, нахуй, этот, блядь, у нас с вами автомобиль. Подлокотничек, блядь, тут тряпки, разве тут тряпки? Вроде, как я знаю, что тут не тряпки тут, что тут кожа, ну, либо это алькантар, ну, похоже, пиздец, как на тряпку, знаете, реально тряпка сделана, как будто, блядь, реально взяли из, блядь, семерки, пятерки, блядь, взяли вот эту хуйню, хуяк, все зашили, и все нормально. Хер узнает. Но тут вроде кожа или алькантара должна быть, как минимум. Вроде алькантара, да. Вот. Моделька сама прикольная. Прикольная, блядь. Приколдесная. Блядь, стеклоподъемник вон, да. Все, все, заебись. Здесь у нас, что у нас? Здесь у нас всякие кнопочки. О, спорт есть. Блядь, антидрифт. АБС вроде включает, да? Что-то еще есть, блядь. Ну, это понятно, нахуй. Бля, вентилятор, чини вентилятор, блядь. Коробка передач. О, два сиденья, блядь, подогреваются и вентилируются. Это хорошо. Блядь, ну, руль, конечно, да. Местами вот это, блядь, мне пиздец не нравится. Что какая-то хуйня, блядь. Ну, ладно. Вот, видите, какие-то углы, блядь, ебаные. Ну, ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Часики, которые нихуя не идут почему-то. Видите, вошли должны быть часики, да. Вот это тахометр, либо часики. Скорее всего, часики это. Ну, блядь, я не поверю, что это нахуй у нас этот, блядь. Что это, блядь, этот, спидометр? Нет, спидометр вот там вот. Вот. Блядь, закрытие и открывание дверей. В принципе, моделька, ну, мне нравится. Прикольно сделано. Спойлерочек. Но, кстати, будет так выгибаться или нет? По идее, он должен как-то выгибаться вверх, как я знаю. Тоже сегодня проверим, кстати, посмотрим. Две глаза сзади не видно, хотя он двигатель вроде... Как я знаю, вроде бы он сзади. Да, двигатель должен быть сзади, как я знаю. Спереди у нас, ебать, багажничек. Блять, ну... Выглядит прикольно. Да, посмотрим, как это в ночное время суток. Все это выглядит. Ну, ебать. Ну, ладно. Ну, блять, ладно. Ну, задний, блять, стопы 100% прикольно. Ну, ебать... Ну ладно, в жизни покрасивее, намного красивее. Поворотники. А, поворотников нету, нахуй, чешо, блядь. Ну, да, вот, прикольно, прикольно, прикольно. Прикольненько, прикольненько. Шо? Начинаем, ебать, получается. Тут только тахометр, чешо. Давай, заводим. А не, смотри, тут электронное даже все. Прикольно сделано электронное, вон, блядь, мультимедиа, погода пока прикольно сделано. Так понимаю, тахометр у нас физический, а, блядь, спидометр и там что-то еще, блядь, что это нахуй. Блядь, нихуя не видно, блядь. Могу я поближе подниматься, блядь? Что-то там, блядь, я не знаю, что-то написано. Наверное, там масло, не масло, блядь. Бензин, не бензин. Хер знает, что там, блядь, написано. Салончик, кстати, сделан очень классно, прикольненько. Строчечка есть, прикольно. Прикольно, мне нравится, прикольненько.
Шо, поехали с тобой, получается? Поехали. Постой. Прикольненько. Ох, вот это нам не хватало, да. Так, где у нас с вами что находится? А, ну нам, в принципе, как всегда, да. В принципе, нам туда и надо. В принципе, нам туда и надо. Кажется, взял Порш, уже разъебал. Ну, ебать, рулится, кстати, она очень хорошо. Тормозит. Тормозит. Даже получше, чем, кстати, Супры, наверное. Ну, примерно как... Да, примерно как... Или даже так же. Да, примерно как когда с Солярисом тормозит. Прям, ну так. Или, короче, что-то между Солярисом и Супрой. Потому что Супра плавно тормозила, а Солярис прям резко. И тут прям, ну, и быстро тормозит Солярис. А Супра прям, ну, медленно, но плавно. Тут примерно то же самое. Тогда пока что поставим, блядь, 90% потока, потому что это пизда вообще, ёбнешься нахуй. Прикольно, прикольно сделано, мне нравится. Бля, ну она поувереннее стоит на дороге, намного увереннее. Не буду носить? Не, не будет. Но она так чуть заносится, вроде бы. А вроде бы и нет. Но ускоряется на бешеном, блядь. Попробуем всем красоту навести. Ебать, она... Подожди, на... Что это за хуй? А чё сейчас было, блядь? Ну, прям вот малейшее все вот. Прям смотри, оп. Прям вот малейшее движение, все, она вот... Да, попробуем. Все, она повернула, блядь, понимаешь? Малейшее движение. Вот, все, она уже тут. Интересно, интересно. Все, то есть не нужно ей прям вот так много давать. Вот, чуть-чуть повернул, все, она уже повернула. Интересно. Интересно. Ну, Порш примерно так, наверное, и водится в жизни. Нам прям, я, ну, типа, если верить тому, этим автообзорщикам, да, то, блядь, она примерно так же, наверное, и рулится. То есть, очень, как сказать... Повторяет твои движения в руле. То есть ты прям все, чуть-чуть, блядь, повернул, все, она тоже повернула, понимаешь? То есть нет провала никакого в руле. И это, наоборот, очень хорошо для такого, блядь, спорткара. Бля, реально информативно очень руль сделали. Прикольно передали, что типа, блядь, ну, прям любое твое движение повторяет руль. Колеса любое твое движение повторяют. Че, делаем грязь? Ой, грязь, красоту. Ух, ебать, ее занесло. Ты понял? Ты понял, без табы что творится? Ебать, 200 уже, прикинь. Бля, ну ей не будет сложно что-то исполнять. Она просто, она прям резко очень, очень резко машина. Очень резкая здесь машина. Вот одной рукой очень опасно здесь, блядь, сейчас рулить. Но она просто вот чуть-чуть ей дал, все, она повернула, блядь. То есть не нужно прям, блядь, все обороты делать руля. Ох, блядь. Точно, тормоза здесь точно такие. Все, вот чуть-чуть дал, все, вот-вот, пошла, блядь, родная. Пиздец. Все, чуть-чуть тут дал. Затормозил даже перед Мерсом, видели, блядь? Чуть-чуть просто даешь и все. Чуть под задницу и даешь, она сама просит тебя, понимаешь? Она сама об этом просит. Сама об этом просит, ебать того рот. Б...
блять, вот что это нахуй? Ебать, так ни одна тачка еще не рулилась. Ёбаный рот. Давай наводиться. Красоту. Музычка уже включена 100%. Чуть-чуть дал не туда, все. Все нахуй уже, что уж. Тачка это тачка не для тех, кто хочет просто на самом деле видеть. Тачка для тех, кто знает, и умеет кататься на тачке машине. А я не умею. Я просто вот чуть-чуть ей даю, все, она, блядь, повторяет каждым. Марио, оп, все, блядь. Едет. Пизда, блядь. Что за машина, нахуй? Бля, я бы хотел не в жизни прокатиться. Ну, не вот так, конечно, блядь. Ну, может и так, но, наверное, специально выделим этому автодрому и тому подобное. Просто хотел бы прокатиться на такой машине. Бля, ну это пиздец. Просто чуть-чуть даю, видишь, прям вот. Чуть-чуть даю, вот, все, он поворачивает уже. Ой, блядь, это пизда здесь. Что за хуйня творится? Все встали, просто все встали на. Просто чуть-чуть даю, и все, понял? Ну что все стоят, хочется красоту наводить. Просто на 90% это не то, да. Они местами появляются. Здесь, видите, 100%. Блять, поток просто, блять, МКАД нахуй. Давай. Ебать, что это, блять? Я вам базарю, это прям пиздец, а не тачка. Это охуенная машина. То, чтобы такие темы делать. Просто она отзывчивая, все, она сама говорит, блядь, давай мне пизды, блядь, просто. Ну, в том плане, типа, блядь, давай больше, нахуй, больше, ебать, мощи, нахуй. Я не для этого создавалась, чтобы пробка стоять. Я вам базарю, это прям, ну, это пиздец, а не машина. Блять. Нет, ей нужно прям, ей нужно реально типа уметь управлять. Что за пиздец, что-то было? Просто чуть-чуть даю, все, она ей, ебать. Я хуею, блять. Ну, мы взлетели в космос с вами сейчас. Да заебал ты нахуй! Чё все такие широкие, блядь? Ебать, просто, блядь, на тоненького. Я хуею. Я в ахуе с неё, блядь, просто в ахуе. Ну, здесь все пизда встану, блядь. Добрый вечер, диспетчер. Я готов сосать вам вечно, блядь. Просто ебать. Смотри, что творю. Красоту ебать. Просто пиздец. Бля, ну так резко, конечно, лучше не дать, потому что она в дрифт заходит просто. Без стаба, бля, без стабилизатора.
Стабилизация, блядь. Собралась, блядь. Стабилизация, блядь. Если без таба, она, блядь, в дрифт заходит. Просто пиздец как. Ну, блядь, ну... Только понимаешь, что тебе похуй, конечно, блядь. Ты на девятке двигаешься, блядь. Но тут, видишь, какая тачка едет. Блядь, интересно, интересно. Интересно. Интересно, очень интересно. Промещусь? Нормально. Ну, блядь, это было бы, конечно, чудо, если кто поместился бы. Ну, все, встал город, нахуй. Просто встали, блядь. Просто ты видишь, что она творит? Просто пизда, смотри, что она творит. Но это уже моя площадь. По большей части. Блять, ну ты ебаный нахуй. Шестерка ебаная, блядь. Иди отсюда, нахуй. Все испоганил мне, блядь. Ты, блядь, видишь, нахуй? Вот я настолько вот так хуй бы сделал, когда. Просто это пизда, блядь. Что нахуй? Кого? Ну, это моя оплошность уже. Ты смотри, что она творит. Ёбаный рот, блядь. Ёбаный... Ну, тут, да, чуть-чуть я, блядь. Просто, блядь, чуть-чуть даешь, все, она поворачивает. Блядь, это реально, это прям очень комфортное управление. Очень классно передали. Очень классно, блядь. Чел, который сделал эту модельку, блядь, спасибо тебе, брат. И девушка, спасибо тебе, сеструха, блядь. За то, что ты так постарался, блядь, или постаралась, и сделала эту модельку. Это прям, ну, прям кайф. Реально кайф ее водить. Да, это не нужно привыкать, но я вот привык прям, ну, не за очень большое время. Блядь, пару раз поездил, все, блядь. Уже привык. Ты посмотри, ебать, просто. В любую щелочку, ну, почти, да, в любую. Это не Матис, конечно. Матис бы в любую щелочку прилез. А здесь, блядь, просто пизда. Да, брат. Давай сейчас припаркуемся где-нибудь. Просто такую красоту навеличить с этой машины, это просто пиздец. Просто все, блядь, стоят. Ёбаный. Ну, блядь, ладно. Даже, блядь, смотри, что она тут делает на таком маленьком расстоянии. Ёбаный. Я хуею, блядь. Да, он туда как раз за рулем стоит. На фоне природы встанем. Как-то вот так с тобой встанем. Блять, ну мне ебать сама, блять, сама моделька очень понравилась. Очень понравилась. Блять, ну вот как-то так. Как-то так, спасибо за просмотр. Такая серия. Сейчас красоту навели, да, без, может быть, приколов всяких, но чуть позже будет прикол, чуть позже. Я просто пока смотрю, что да как. Блять. Прикольно. Вот эта машина мне прям очень зашла. Хоть и, блядь, ну, приобретать, возможно, хуй его знать, можно было бы, но не как, блядь, основную. Так, чисто для выходного дня, почему нет. Но, блядь, тут она прям реализована очень классно. Да, ускорение, возможно, чуть другое, но тормоза и управление, ебать. Ну, ты видел, да, что делать? Ты видел, блядь, просто, что на ней можно вытворять. В принципе, все, ребят, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пожалуйста. Колокольчик тоже не забудь. То сделал, спасибо вам огромное. Потому что, блядь, 73% смотрят без подписки. Сколько там, 70% с лишним просмотров, блядь. Посмотров, что, блядь, 70%, конечно, смотрят без подписки, 20% подписки. Ну что это за хуйня? Давайте исправлять.
продвижение канала, как будет больше таких серий, может даже лучше. Вот, спасибо еще раз за просмотр. Телеграм-канал на ваших экранах, я, блядь, там просто инсайды, блядь, и уведомления о том, когда выходит видео, когда что выйдет и тому подобное. Так что, если хочешь знать доп. Информацию, которую не знает никто, подписывайся. Там есть инсайды, прям пиздец, какие охуенные. А так, в принципе, все. Спасибо, блядь, за просмотр. Еще раз. Увидимся в следующих сериях, в других играх. Давайте.